Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Лёха, и мы прошли Alien Isolation, да, прошли основную кампанию. Сейчас мы посмотрим на DLC, там, или режимы, так сказать, да, вот у нас три штуки есть, ну, по крайней мере, я думаю, что три штуки. Давайте сегодня начнем, наверное, с командные смертников, да. Давайте низкую возьмем, не будем особо запариваться, да, как-то по сложности. Не будем уж прям минимальную ставить. Какая-то тварюга. Огромная, как. И она уволокла Бретта? Да, воздуховод утащила. Меня больше волнует, что она шарится тут по вентиляции. Мы это используем. Заманим тварь по главной шахте вентиляции. Прямиком в шлюз. И кто будет приманкой? Да ладно. Это у нас по первому фильму, да, у нас, который в 84-м году вышел, да? Эллен, кто тут есть? Паркер. Даллас. А, и все, три персонажа. Ну, наверное, за Эллен будем играть стандартную, да? Вот. Что еще сказать-то? Я помню, как был еще маленький, да, лет 7-6 мне, наверное, было. Я впервые посмотрел «Чужого». И, знаете, он такой страшный был вообще, сейчас прям... Прям вообще до жути страшный был. Да и в принципе он сейчас остается чуть ли не самым страшным. Да, сейчас, можно сказать, относительно недавно пересматривал все части «Чужого», и скатываться начали вообще. Уже не те «Чужие» пошли, блин. Особенно мне не понравился четвертый, по-моему, «Чужой», который там «Возрождение» или «Воскрешение», как-то так. Это вообще такой полный фуфел был, откровенный. Вот. Ну и да, конечно, фильм 84-го года, там видно, что еще графики, там спецэффектов, всему того подобного не было. Давайте пока начнем. Что надо вот делать? Рипли, ты заманишь существо в главную шахту. Мы запрем его на нижней палубе, и Эш откроет шлюз. Запри люки техобслуживания. Через них мы с Ламберт и Паркером будем следить за перемещениями твари. Ну все, поехали. Ты чё, ёлки, закашлял-то? Вот. Понятно, что оно там выглядит все слишком, как бы, по нашим меркам, да, если судить по нашим меркам, все слишком корявенько, да. А, вот. Дополнительно взять аптечку и фаер. Давайте по дополнительным сбегаем, сейчас все возьмем. Там используются куклы, да, всякие. Аниматронные, там, механические, не знаю, как это назвать. Вот, ну и насколько я как-то вдавался в подробности, да, что «Чужой», он был, короче, просто костюм был, вот, просто был костюм. «Живи на планетоид, на котором находится акустический маячок. Даллас, Кейн и Ламберт готовятся идти к нему пешком. Поверхность планетоида представляет собой базальт со следами вулканической породы и, вероятно, лавы. Атмосфера азот, немного кислорода и высокий уровень свободного углекислого газа. Атмосферное давление 10 000 дин на сантиметр. Там сильная буря». Да, ладно, понял. Так, у нас аптечка осталась, да, пойдемте еще за аптечкой сходим. Сейчас мы уже не будем так слишком уж резво на все бежать. Пусто. Потому что это, блядь, не сохранение, которое, как вы помните, я скачал. Опа-на, тут, блядь, приколюхи есть. Ну-ка, откройте. О, блядь, это же место с этого. Будьте осторожны. Смотрите Понял. По сторонам. Понял. Это существо быстро адаптируется в новой обстановке. Да-да-да, ты же андроид хуев, блядь. Итак,
По-моему, уже на Android, да, по фильму с ёжкой прям пополам чужой, по-моему, разорвал. Где он говорил еще, типа, это идеальное оружие. Типа, у вас нет шансов. Здорово, Паркер. Так, крафт остался, крафт остался. Хорошо. Так. Сейчас будем ныкаться по полной. Дал здорово. О, это мама. О, блядь, это ж такой еще топорный этот, блядь, датчик. Это что было? Но. Ну, по-моему, в фильме точно такой же был. Не такой, как пультик. Да потом уже, по-моему, такие, как в виде пультика пошли они. Первоначально вот такие бандуры, блядь, здоровые были. Так, закрыть люк. Погнали, закроем. Так, тут полутать. Тут жратва. Им больше ничего нету. Ладно. Здорово. Система безопасности заблокировала ряд дверей. Снаряжение вам придется подбирать по ходу дела. Увы, бортовой компьютер тут сыграл против нас. Понял. Удачи. Люк за вами я на всякий случай закрою. Ладно. Блять, я не могу понять, это ее голос или нет. Ну, именно если по русской локализации, да? Считать. По-моему, это ее родной голос. Так, закрыть люки. Ну, погнали, закроем. Так, можно через эту комнатку срезать. Зарычала, сука, хуета. Так, блять, на S же садится, на это выглядывать сейчас. Вот. Так, ну, по-моему, по вентиляшке ползает. И как бы похуй. О, здорово. Открывай. Вся эта затея попахивает самоубийством. Других вариантов нет. Если есть какие-то предложения, я с радостью послушаю. Череп. Чё ж все пусто-то, блядь? Так, нам теперь, блядь, в противоположную сторону. Что-то, блядь, смотри, спрятали, не залутал. А чё ж они все пустые, блядь? Ебать ты, охуевшая морда. Вот это я обосрался. Съебался, блядь. Что такое охуевший, блядь? Я даже не слышу, как он с вентиляции-то вылез, блядь. Блядь, морда охуевшая, пиздец. Так, ладно. Хуй с ним. Сука, чуть не нарвался, блядь. Последний момент увидел. Сопли его, блядь. Капающий с потолка, блядь. Ты уйдешь, нет, блядь? Пизда. Как он заебал. Блять, а вот когда огнемет кончится, блять, надо было фаер кинуть. Вот я, блять, Палёша. Он бы туда побежал. Так, ладно, куда нам?
будет нормально. Я тебя закрою. Теперь просто жди. Так, хламик. Вот что-то полутать даже ничего нету. Так, дальше куда нам? В отсек посадочной лапы. Ладно, пойдем. Так, огнеметика мне топливо. Обои. Вот это хорошо, да. Не будем особо тратиться. Так, он уходит в ту сторону, а мы тут сможем срезать. Ну, блядь, допустим, ладно, попробуем. Нет, не сможем. Ну, ёба, где ты там, блядь? Вот сучка. Дальше ушел, да? Туда мы не выйдем. Ну, наверное, сюда обратно к лестнице возвращаться. И отсюда вот так вот, наверное. Ты дура. Возьми его. Той хуйне пошла. Смотри внимательно. Не обляпайся. Так, допустим. Допустим. Так, нам еще дальше. Так, а там что за комнатка? Тупиковая какая-то, кстати. Нихуя не тупиковая, можно было так выйти. Я понял. Да, это помним, лицехватов. Кислота. Ей-богу. Прожгла три перекрытия насквозь. Испортила мою лучшую ручку. Даллас велел проверить, нет ли серьезных повреждений. Вроде обошлось. Правда, латать и красить придется много, и я знаю, кто будет этим заниматься. Зачем мы только сели на... Затем. Опа, это же этого, блядь, да-да-да. Все как по фильму. Его тут первого убили в этой хуйне. Так, нам куда? Нам сюда. Нам туда, потом налево. Здорово. Рад тебя видеть, Рипли. Конечно, лучше бы я пошел вместо тебя. Я сама так решила. Закончил начатое. Все, я добралась до кормы. Хорошо. Найдите главную вентиляционную шахту и заманите существо на нижнюю палубу. Я смогу включить шлюз со своего компьютера. Так, куда? Угу. Ебать. Сука ж, блядь, бесшумно двигается, сука. Привет.
Как это называется, блядь? Смотри, что творит, блядь. Он, походу, сломался немножко, блядь. Сейчас обратно пойдет, да? Вот вентиляцию пиздовал. Так, ну нам чуть осталось пройти. Усёркаться. Я, блядь, не люблю узкие, блядь, коридоры. Так, мы на месте. Пытаюсь что-нибудь засечь. Фонарик есть? Погоди секунду. Кажется, вижу тварь. Да, она там, рядом с тобой. Где тварь, Ламберт? Прямо рядом с тобой. Пожалуйста, осторожно. Так, а чё мне надо? Так, ладно, будем, короче, действовать как. Сейчас идем, повернем направо. Блять, что-то нихуя понять не могу. Ёбаные лабиринты. А, нет, лучше налево повернуть. Налево, потом вниз. Это прямо до упора. Направо. Ладно, пойдем. Скорее, Рипли! Направо! Да-да! Вот это вот жестко. Так. Так. Налево. Влево! Прямо, прямо! Прямо? Нахуя? Справа! Ёбаный в рот, сука! Ой, блядь! Открой, блядь! Так, чё мне тут? Ладно, пойдем. Огнемет есть, пока и нормально живем. Понял. Так, что сделать надо? Понял. Подожди, ребят. Блять. Хотел бы чихнуть, но что-то, блядь, передумал. Эш, я подключила вас к шлюзам. Все. Тварь здесь. Вы поняли? Так действуйте. Советую где-то спрятаться. На открывание шлюза нужно время. Так, уйти от чужого. Закрыть чужого в шлюзе. Научный сотрудник экипажа Настрома. Это официальный отчет о моих сегодняшних действиях. Член экипажа подвергся нападению неизвестного существа. Я принял решение пустить этого человека на борт без положенной процедуры карантина. Я считаю, что поступил правильно. И готов принять любые санкции, которые компания решит. Привет. Съебался опять. Так, я не могу понять, мне уйти от чужого, только куда мне уходить-то? Пока ждать, наверное, надо. Что-то происходит, что-то открывают. Будем ждать.
Так, тоже вентиляции нету нигде. Блять, есть. Шлюз готов к открытию. Заманите тварь во внешнюю камеру. Вы должны ее там запереть. Заманить чужого в шлюз. Понял. Дурак. Тварь идет куда надо. Сейчас заманим его. Рядом, сука. Съебался. Видит, нет фаер. Бежит. Тут что-то странное. Есть. Заебись, а, блядь. Я-то думал, все, блядь. Победили. А, ну да. Все равно было мало. Надо собраться и вместе подумать. А он же, блядь, подставил же, по-моему, блядь. Андроид и в фильме даже. Привести существо. Главная задача. Да-да-да. Постепенно. Видимо, вы так и не поняли, с чем имеете дело. Оно идеально. Его структурное совершенство может сравниться лишь с его кровожадностью. Это восхитительно. Потрясающе. Оно лишено таких излишеств, как совесть, сострадание, иллюзорная мораль. Не буду лгать вам. О том, много ли у вас шансов, но знайте. Я на вашей стороне. Да, все прям как по фильму. Че, на этом все, что ли? Все. Я-то думаю, еще продолжение будет. Так, ребят, ну что, наверное, все-таки закончим, да? Будет, наверное, как по серии. Каждую серию посмотрим по режиму. Вот. Неплохое, да. Ну, так сказать, как DLC, да. Неплохое, да, прям маленько освежает память к первому чужому. Конечно, это прям взят уже такой ближе к концу момент, да, там уже там за середину, ближе к концу. Вот эти вот фрагменты, которые мы сейчас отыграли в фильме. Ну, интересно, прикольно, да. Ну, а с вами был Лёха. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте мои видео. До скорого!